Ребят, в такой обстановке невозможно стать интровертом. Это просто только единственный путь. Закрыться в свою скорлупу. В итоге, тем самым, только усугубив обстановку, сделать еще одну непроницаемую скорлупу, которая по этой клоаке, значит, передвигается по непонятным мотивам. Вот. От одной точки до другой. То, что вы перед вами, это просто-напросто является адом. Толпы незнакомых людей, которые, по сути, очень близки друг к другу. По сути, они очень похожи. Одни спускаются, другие поднимаются. И это еще, ко всему прочему, называется цветущим словом ВДНХ. Елки зеленые. Да, елки действительно круглый год зеленые. Это точно.